проверить просто передачу. Не сомневался. Отправлял в кольцо, но вот сейчас играет на команду. Данил Походяев на подборе работает. И Айзея Рис на Малика Диме. Вот его мяч выбивает, но все-таки сохраняет мяч. Данил Походяев остался один в углу и демонстрирует свой классный дальний бросок. Процент реализации 6-7 в первом матче забил. И в защите баскетболисты Уникс. Роберс левой рукой подкручивает мяч. Тяжелейший забивает в проходе и сравнивает счет 5-5. Диснер Дмитриевича. Мячом находит Маркса Найта. Тот не бросает. Дальше на Луи Лабери. Француз забивает издали. Роберс ждет Малика Диме. Есть размен. Роберсон против Ханта. Проход отправился. Классный разворот. И еще 2+1. Все-таки удалось в позиционку сейчас расставиться. Айзея Риз был готов перехватить. Дмитриевич обыграл Риза. Подвешивает через Малика Диме. И здесь отзащищался. Найт. Дальняя попытка. И Маркос Найт попадает с нулевого угла. Жбанов опять перехватил. Найт против Роберсона. Садится в низкую стойку. Роберсону непросто. Дмитриевич помогает и в быстрый отрыв убегает. Какой быстрый отрыв? Третий или четвертый уже. И тайм-аут берет Евгений Пашутин. Дмитриевич на Лабери. И тот в одном прыжке, находясь под кольцом, подумал. Вот он. Ситуацию все-таки ждет. Малика Диме сам проход. И от щита забивает. Лабери поставил заслон, провалился вниз. Рейнольдс, он на паркете появился. И Рейнольдс начинает матч с попаданием. Если пошло, то там сколько угодно может настрелять. Диме все-таки заставляет мяч провалиться. Хорошая атака баскетболистов Парму-Пари. Но здесь, пока мы смотрели на Малика Диме, Георгий Жбанов включил на мяче, был первым. И сейчас в атаку переходит Рис на Диме. А вот это хайлайт. И Диме колотит сверху. Шикарный алеоп в исполнении Айзея Риза и Малика Диме. Нэн Дмитриевич все-таки вздрогнул. Но арбитры зафиксировали фол. Остается в первой четверти Жбанов. Проходит через Боутрейк. Сам забрал подбор. Рейнольдс из-за дуги оказывается на паркете, но забивает трехочковый на линии штрафной. Роберсон мимо. Рейнольдс. 7 секунд остается. Рейнольдс передачу какую на Жбанова вырезает. Какая красота. Это же центровой отдает передачу. И все. Найт. Мячом спорный. Владелец как раз казанский мяч достался. Левой рукой бросает и открывает счет в матче своим проходом. Райан Болт. Попов. Заслон поставил в правую сторону. Отправился, сменил направление. Боутрайт ни с кем не делится. И сейчас поднимает руки. Откроется Найт. Двое рядом с ним. Зайцев. Он в проходе. Это алюб на Луи Лабери, который аккуратно мяч в кольцо перекладывает позиции. Сейчас попытается Попов продавить. Нет, не получилось. Уникс сгоняет. Найт в проходе. И со средней не удается забить. А кто на подборе? Это Джалин Рейнольдс. Антипов против. Сдваивается на Лабери. И это легкие 2 очка для Дэрила Мейкона. ЦСКА, но об этом, конечно, рано еще думать. Серия ЦСКА и Уникса потенциальная может быть. Зе Рис разменялись они с Походяевым. Сейчас Мейкону сложнее будет обыграть, но он все равно это делает. Здесь нет нарушения правила. Джалин Рейнольдс проверяет бицеп. Все ли нормально? Искал контакт Дэрил Мейкон. Передача до Риза доходит. Вот мяч так выпал, но атака Парму-Пари продолжается. Роберс со средней, у него тоже очень хороший арбитр. В сегодняшней встрече рассказывает ему о зоне для тренера. Специально отведенный Юрий Герасович, вряд ли согласен. Походяев в это время забивает третью трешку. Айзея Рис
Хантера обыграл и нашел Робертсона. Тот свободное три забивает Джастин Робертсон. Павел Антип против него и сейчас смотрит, что же будет делать Винс Хантер. Нет, Мейкон все-таки со средней через Антипова забивает. Снова Дмитриевич на Мейкона. И на свободного Хантера тот мяч аккуратно в кольцо переложил. Диме передачу отдает и в защите отработал Походяев. Два в одного с Робертсон. Походяев забивает сам. 3 минуты до конца первой половины. Робертсон через Плутунова сам в проход. Робертсон пролетает. И там не было уже подстраховки. 2 очка в корзине. Мейкон увидел пространство и забил издали. Дэрила Мейкона, конечно, не на сантиметр. Уникса в первой половине. 2,5 минуты еще играет. Уникс очень результативно действует. Платунов, он левой рукой забивает. Зайцев, он в проходе на Одинокова. И Одиноков 5 очков подряд. Мейкон проскользнул, но контроль ничем не утратил. Мейкон отпрыгивает назад и еще один сложнейший мяч забивает. Какая красота! Дмитриевич. Францевич ставит заслон, не пользуется Дмитриевич. И опять излюбленный проход и бросок. По высокой траектории он забивает 55-36. С мячом находит Джалина Рейнольдса. Тот неаккуратная передача на Луи Лабери, который входил. И быстрая атака от Джастина Робертсона, что поставил заслон и отсек Дмитриевича, но вот забить не смог. Жбанов. Он в проходе и сразу двое выпрыгивали на него. Диме аж пытался смахнуть мяч, но через все заслоны пролез. И сейчас рядом Рейнольдс накрывает Платунова, однако Походяев со средней дистанции. Невероятно опасен в атаке, еще и здорово защищается. Дмитриевич в проходе перекидывает, но как передача оказывается этот бросок. И Хантер, качественная защита в исполнении Казанцев. 4:20 остается играть в третьей четверти. Платунов находит все-таки дорогу до кольца и забивает. Дмитриевич. В атаке Уникс, Макс Найт. Малик Диме забрал мяч на Дэрила Мейкона. Стараются широко играть футболисты Уникса и разрывают оборону Луи Лабери. И Винс Хантер еще раз. Не точно. Тайлор Ангвая забивает 2 руками. Размер. Мейкон. Против Айзея Риза. В высоком прыжке атакует Дэрил Мейкон. Айзея Риз, но помешать набрать очки лидеру Уникса не смог, как никто не смог остановить самого Айзея Риза вот в этом проходе. Здорово, по дуге гоняют мяч, Зайцев мягко все сделал. Вячеслав набросил с отскоком от щита, легкие только с виду. Кулагин. Дальше на Луи Лабери, по дуге гоняют. И сейчас Маркос Найт будет бросать через Данилу Походяева и забивает. Иван Лазарев левой рукой вколачивает и благодарит за передачу сейчас партнера. Платунов в проходе. И здесь был близок к перехвату Маркос Найт, но в итоге Робертсон левой рукой. Зайцев на Лазарева, двое против него. Лазарев тут проникает и снова левой рукой. Футболисты Пармы были в атаке до того момента, когда Зайцев не перехватил, но обратно вернули Походяев. Еще 2 очка. С него Тайлор Ангвай. Воронцевича забыли на дуге. Андрей. Когда Мейкон откроется. Мейкон. Лазарев поставил заслон на Воронцевича. Передача Воронцевич. Плюс 27, Зайцев борется так, как будто бы абсолютно равный счет. Мейкон за дуги, и разница становится 30 очков. 4:05.
играть еще в этом матче. Зайцев на Рейнольдса. Тот левой рукой забивает на флажке. По Ходяеву у него была лучше позиция изначально. Воронцевич бросает третий трехочковый в этой четверти и забивает. Файзаириза защищается. Передача на Шейко все-таки доходит. И Одиноков сейчас с Шейко. Рейнольдса по-прежнему он в защите. Малик Диме. Подсказали Вячеславу, что бежит соперник. Все-таки он успел. Одинок. Свободная три от Владислава. Тот забивает трехочковый. Какой-то фестиваль. В концовке Андрей Воронцевич раскидался. Зайрис на Шейко, тот с получения сразу бросает, и Глеб забивает трех очков. Цель заслан Кулагину, есть размен, Кулагин против Ангвая, Рейнольдс занимает позицию. Но в итоге передача на Воронцевича, тот вот такой мяч придумывает и забивает Андрей. Рейнольдс будет ли атаковать? Ну, нет, после сирены, только лишь, и все. Звучит финальная сирена, 94-59.